интересный вопрос, на который я, наверное, может, год назад отвечал, плюс-минус. И ответ я, наверное, повторю, лишь дополню, что слепого невозможно научить видеть. Как бы мы ему ни рассказывали, как красив оранжевый, желтый или красный цвет, ну, он никогда в жизни не видел от рождения. Да, магия – это учение. Да, магию лично я считаю за науку. Так вот, чтобы практиковать, чтобы что-то начало получаться, перечитайте тонну книг. Изучите вопрос. Подойдите к этому вопросу, не прочитав короткую статью в каком-нибудь энциклопедии. Начните погружаться в тему. Начните понимать, как работает тонкая материя. Это первое. Ну и второе, такое самое важное, это круг. Либо примкнуть к группе, которая так же, как и вы, хочет развить в себе эти способности. Либо к мастеру, к сильному мастеру, который вас поведет и откроет двери в мир магии. Да, это работает только так. А прочитав маленькую статью и зная пару заклинаний, ничего не получится. Ну и, конечно же, третий аспект. Вас должно к этому тянуть. Вы должны загореться этой идеей. Вы должны себя в этой идее видеть. Видеть себя в магии. Видеть, что вы помогаете людям. Изучить для чего? Для того, чтобы привораживать любимого парня или мужа? Ну, это бред потратить 2-3 года. Помогать. Помогать людям жить в гармонии с собой, с окружающими, с природой. Магия – это помощь.